Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совмина. На обсуждение вынесены разноплановые документы, которые затрагивают различные сферы жизни общества. От инвест-программы до вопросов агроэкотуризма. Президент отметил, что при обсуждении предлагаемых тем во главе должны стоять целесообразность, экономическая эффективность и социальная справедливость. Нуждающимся в улучшении жилищных условий без очереди предложат жилье в малых городах и селах. Такую возможность сейчас рассматривают столичные власти. Как рассказали в Мингорисполкоме, такая практика может стать альтернативой городам-спутникам, а также еще одним стимулом для развития сельских территорий. В Беларуси подорожало автомобильное топливо. С этого дня его стоимость выросла на 1 копейку. Таким образом, литр 92-го обойдется в рубль 71 копейку, 95-й и дизель – в рубль 81, и 98-й – в 2 рубля 3 копейки за литр. ГАИ Минска усилит контроль за водителями маршруток и грузового транспорта. В работе будут активно использованы негласные методы контроля. Основное внимание уделят неправомерной стоянке грузовых автомобилей. В связи с этим ГАИ просит граждан информировать о парковке большегрузов на территории столицы. Минск готовится к международной книжной ярмарке. В этом году она пройдет с 18 по 21 февраля. Ознакомиться с новинками издательств можно будет с 10 утра до 8 вечера. Центральным экспонентом в 2021 станет СНГ. Содружество независимых государств исполняется 30. В юбилейном году в СНГ председательствует Беларусь.